Добрый вечер! Мы очень рады быть здесь сегодня вместе с вами. Спасибо большое группе Куба Нады, которая будет выступать после нас, которая нас сюда пригласила. Спасибо! Спасибо! Наш коллектив называется Simple Music. Ну и на этом пока достаточно. Thank you.
Рано утром приходят в скверы одинокие злые старухи, и скучающие рантьеры на скамейках читают газеты. Здесь тепло, розовато, влажно, город заспан, как детские щеки. На кирпично-красных площадках бьют весенние строи фонтанов, и подстриженные газоны размалеваны тенью и солнцем. В это утро по главной дорожке шел веселый и рыжий парень в желтовато-красной ковбойке, а за парнем шагала лошадь. Эта лошадь была прекрасна, как бывает прекрасна лошадь. Лошадь розовая, голубая, как дессу незамужней дамы. Шея, словно рука балерины, ноздри, словно серые замши, уши, словно чуткие листья, и глаза азиатской рабыни. Парень шел, и у всех газировщиц покупал воду с сиропом, а его чудесная лошадь наблюдала, как на стакане оседает озон с сиропом. Но, наверное, ей надоело наблюдать за веселым парнем, и она отошла к газону и, ступив копытом на клумбу, стала кушать цветы и листья, выбирая, какие получше. «Кыш!» — воскликнули все рантьеры. «Брысь!» — скричали злые старухи. «Что такое? Шляется лошадь, нарушая общий порядок!» Лошадь им ничего не сказала, посмотрела долго и грустно и последовала за парнем. Вот и все, ничего не случилось. Просто шел по улице парень, пил повсюду воду с сиропом, а за парнем шагала лошадь. Это странное стихотворение посвящается нам с тобою. Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает. Samba.
теме у нас серьезные композиции закончились, остались только шуточки. Это песня про очередное животное, которое называется утконос. Sikinge, 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 sikinge. Хорошо быть утконосом, с длинным сильным плоским носом. Хорошо быть муравьедом. Муравьев есть за обедом. Хорошо быть водолазом, под водою, чтобы лазать. Хорошо быть дирижаблем, всюду дирить острым шаблем. Thank you.
спасибо. Это была наша предпоследняя композиция на сегодня, и сейчас будет последняя. Заключительная на сегодня, да. Заключительное наше выступление. А мы больше нас не расходиться. И сразу после нас на сцену будет замечательная группа Куба на ты, поэтому не расходитесь. Это, собственно говоря, то, ради чего это состояние. И спасибо им еще раз, группа Куба на ты. Спасибо вам, группа на ты. Группа Куба на ты, большое спасибо. Дорме, 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 д
Дмитрий Волков. Уходим, и уступаем место нашим друзьям но, группы клуба «Надо». Но вы не уходите, да, потому что группа клуба «Надо». Добрый вечер, друзья! А это Арнелис Баньос тоже жаждет услышать аплодисменты. Добрый вечер. Ольга, сиди. Леша. Очень радостно вас всех видеть в этот осенний вечер. Видимо, мы все с вами немножко уже соскучились, да, по лету. Наша музыка, музыка группы Simple Music, и наша, мы надеемся, она о лете нам напоминает и нас туда отправляет. А если вы знаете, что если танцевать при этом, раз, то можно даже вспомнить, что это такое, когда жарко. Да. Так что, здесь, скажем так, не очевидно, где танцпол, но в целом можно найти пространство, да, вот там. У барной стойки, да. Ну я просто, чтобы не стеснялись здесь, но здесь, мне кажется, будет хуже слышно. Раз. Да. Нет. Итак, сейчас у нас еще. Раз. Что же я еще хотела что-то важное рассказать? Нас. Группа Куба на ты вышла сейчас на сцену. Вот сегодня уже, как и, впрочем, часто прозвучал вопрос, все-таки кубанаты или кубанаты? В этом весь секрет, понимаете? Вот вы услышали и запомнили, и стали думать, кубанаты или кубанаты, и подумать, а не сходить ли еще раз на концерт? Поэтому у нас вот такой секрет. Вы можете выбрать вариант, который больше всего подходит вам. Так, ну что ж, мы попробуем начать с песни, которую написали не мы, но мне кажется, что она была написана для нас и даже про нас, про нашу группу.
большое. Пес. Раз, раз. Так. Спасибо. Как только, собственно, температура опускается воздуха на улице, меньше плюс 10 градусов, мы все сразу, мне кажется, начинаем ждать такое явление, как весну. Правда? Да. И, собственно, мы начали еще ждать ее летом, и поэтому сделали вот такую песню, которую вы сейчас услышите. Приду.
все были песни, которые были сочинены не нами, но для нас, как мне кажется. А сейчас песня, которую написала Грома Мешков. И, собственно, будет сегодня еще несколько песен, которые он написал. Ну, представляете, все от женского лица, за что ему еще больше аплодисменты. Мой путь.
непростой судьбе и непростых взаимоотношениях девушек с представителями, так сказать, Кубы. Me pregunta dónde estuviste.
Voy a buscarte y cuando tengas amor.
сына. Роман Мельков! А давайте, смотрите, Гениэль Диас! Сергей Серов! Евгений Гришаев! Дмитрий Савин! Рустам Артиков! Фидель Алехандро Кочевария! Фидель Алехандро! Манули Фонсека! Вот. Но это мы не то чтобы уходим, это мы, в общем-то, еще только пришли. А, ну, просто как-то повело, знаете. Опять Роман Мешков. Сейчас. Это, ну да. Говорит, не виноват, но это неправда. Все. Красивая песня, но я надеюсь, что вам правда понравится. Я лишь хочу тебе вновь прикоснуться.
Роман Мишков. Oh, Brasil.
Нет, ну конечно, не то чтобы эти все песни написал Рома Мешков, я понимаю, что вы в курсе, что это не так. Но он придумал это все соединить. Я прям Рома, я прям эти песни. Так, да. Песня следующая, песня новая. Опять Рома Мешков, его прям. Там он называет эту песню «Песня тролль». Но на самом деле песня о прекрасном танце, если кто-то умеет танцевать по чату. Ваш выход! Мои руки, мои
Трагичнее и трагичнее истории у нас получается, то ли еще будет. Ну что ж, ну а теперь у нас вообще очень танцевальная композиция сейчас планируется. А вы все сидите. Напоминаю, что вот есть несколько таких локальных танцполов. Так что милости просим, а мы... Да-да-да. Кстати, вот эта песня, если вот «Бачата» была одна из самых свежих, то следующая песня, ей уже что-то лет 150, что ли. В общем, 1800 в каком-то году была написана в Мексике. Thank you.
Хорошо? Вы не поняли? Значит, вы по-русски понимаете? Как-то ты нас мы все такие со стульев. В общем, кто где? Вверх прыгаем, мы такие, вау, как нам весело. Поняли, да? Отлично. Фидель, все теперь от тебя зависит. Красавчик, да?
А наша группа участвует в конкурсе «Голос весны». А финал это уже будет. А, в принципе, там сделать вы ничего особо не сможете. Но вы можете там, знаете, ВКонтакте сесть и так. Кубанаты это вообще. А, вот, но будет очень здорово, если вы послушаете «Голос весны» на радио «Весна FM 94.4. Да. Спасибо большое. До новых встреч. Правда, если кто-то еще не в наших группах, там подписывайтесь. Общаемся. Вопросы, предложения. В рамках разумного. Всего доброго. Спасибо.